Итак, ребят, хотите покажу вам, как выглядит индийская тусовка в моем отеле? Она примерно выглядит вот так вот. Смотрите, тут компания индусов отдыхает. Вообще все красиво, все по кайфу. Ребята отдыхают, им все классно. Музыка у них прикольная вообще. Позавтракали и сейчас отправимся на байках. Посмотрим страну, посмотрим пляжи, покупаемся. Конечно, мусор в отеле присутствует где-то, но, знаете, это здесь не главное. Здесь ребята отдыхают, не заморачиваются, в басике купаются, выпивают, кайфуют от погоды и от всего, что происходит. Так, ну а что ж, вот такой вот у меня байк сегодня во владении. Это Royal Enfield Twins Peak какой-то, Twins Park, 350-очка. Вот здесь даже есть какой-то знак буддийский. Сейчас буду на нем вваливать и поделюсь с вами впечатлениями, как он вообще мне. Че, поехали? Блин, заводится, конечно, это дерьмо очень тяжело, потому что уже, смотрите, здесь вот показатель аккумулятора уже севший. Еле заводится. Вот видите? Блин, у меня аккумулятор не крутит. Аккумулятор сел. Толкнешь, может? Толкнем, да? Сейчас будем толкать, ребят, короче. Толкнуть надо. Давай толкнем его вот так вот. Толкаем, толкаем, толкаем. У-ху! Отлично, толкнули. Блин, я взял это говно, ребят. Блин. Че-то он сел-то. Давай еще раз. Этим попробовать. Кикстартером, да, попробовать? Давай попробуем. О, завелся. И чуть не упал. Все, спасибо. Ну, индийцы шарят. Все. Thank you very much. Спасибо. Смотрите, сколько мусора, ребят. Посмотрите, у него огромная выхлопная система, длинная. И, естественно, я уже успел себе ногу обжечь, посмотрите. Хорошее утро в Индии начинается со свежевыжатых соков, поэтому мы сейчас по дороге заскочим в джус-центр, в какой-то популярный, крутой, у которого много хороших отзывов. Итак, ну что ж, мы подъехали в ресторан Sonam Juice. Место пользуется популярностью у многих ребят, ну, у русских. Находится он, если что, ребят, в Сиалиме. Ребят, смотрите, какой большой выбор здесь различных милкшейков. Можно молочный коктейль заказать, йогурты, свежевыжатые соки. Все это стоит порядка 3 раз меньше, чем вы заплатите за это на пляже. Вот смотрите, ребят, это 4 цикл. Вы когда-нибудь видели 4 цикл? Это 4 цикл с мопеда. Офигеть. Типа инвалидный. Офигеть. Да, прикольно. Сколько стоит? 400. О, как дорого. 350, давай. Давай 200. Это все вместе 300. Это другое качество. Это такое же качество. Еще и грязные, походу. Давай 250 хотя бы, ну максимум. Ну ладно тогда. Тогда уходим. 300 максимум. Уходим, не-не-не. Вот после недолгих уговоров 250. Сейчас я пиво куплю, ладно, и приду. Кто-то из ребят вас сейчас спросит, ты что, бухаешь и водишь байк? Ну да. Ну на самом деле здесь это можно делать. Ты можешь поменять деньги exchange? Окей? 71, да, у тебя? Прикольно, на самом деле, ребят, здесь и магазик вот так вот выглядит, смотрите. Здесь можно купить шлепки, бухло, покушать и одновременно поменять деньги. $100 меняет нам на 7100 рупий. 5, 6. My friend, you give me 200, по 100, да. Вот такой вот кэш мы, ребят, поменяли. Так выглядят индийские рупии. Все, спасибо. Все, ребят, едем, короче, мы на пляж Морджим. У нас ребята на 2 табуретках. Я решил себе взять что-то такое по мотоциклетней все-таки, поприкалываться, попокричать передачи. Но у меня севший аккумулятор, поэтому это говно приходится иногда толкать, либо запускать с кикстартера. Позагораем, поотдыхаем. У меня вот такая вот крутая, я здесь уже купил за 200 рупий рубашечка. Очень легкая, я в ней вообще, мне не жарко. А смотрите, что у меня на ногах, ребят. Какое одеяние прикольное, угарное. Ребята, навигатор включили? Да. Отлично. А здесь очень часто пикают, на самом деле. Но это нормально. Здесь вы можете увидеть, что кто-то пикает кому-то. Это означает, что, братан, я еду первый. Будь внимателен. Вот так вот. То есть не как в России. Например, когда вам говорят, ах ты тварь, подвинься. Здесь немножко другой подход к бибиканью.
Те коровы, короче, ребят, что входят здесь, это на самом деле... А, все это бродячие коровы. Это коровы, которые уже не приносят пользы, их просто отпускают из дома, потому что они больше не приносят молока. Ну и просто они гуляют, короче, доживают. Потом съедают какой-нибудь мусор и умирают. Вот здесь вот индийский заправщик сразу ваш байк заправляет, ему же сразу денежку. Бензин здесь на самом деле не такой уж и дешевый. На самом деле вот на 300 этих тугриков я, получается, заправил всего лишь 4 литра. 71 рупий стоит 1 литр, представляете? Это вообще дорого, капец. 71, ну это практически как там, ну 60 с чем-то рублей 1 литр стоит бенза. Дороже, чем в России. Экзаст, мотоцикл, мазь нужна, я не знаю там. This is good one, for, specially for their silencer. Look at this, yeah. Вот. Silencer, no, silencer. А? Silencer. Да, yeah, silencer. Глушитель. Но должна помочь. Блин, индийская медицина, ребят, очень хорошая, индийские лекарства крутые. Я думаю, мне это поможет. Итак, ну что ж, мы приехали на пляжик. Вот здесь такая вот парковочка, запарковали байки. Все, хотели обратить внимание, у индусов впереди тоже номер стоит. У них, то есть, на мотике и сзади, и спереди номер делается. Офигеть, надеюсь, у нас такого не придумают. Потому что где-то прям рамки ставят, где-то ставят вот такие вот наклейки, смотрите, наклеивают. И вот видите, везде спереди должен быть обязательно госномер. Ну, это, конечно, жестко портит вид, как я считаю. Надеюсь, в России до такого не додумаются. Смотрите, как, ребята, это делается. Ребят, мы приехали на пляж Морджем. Называется как российской деревней, что ли, русской деревней. Кафешечки, лежачки, ну и, соответственно, море. Смотрите, ребят, как много здесь быков. Они, видите, какие мелкие, почти необычные. Не такие прям, как у нас. Кстати, девушки сидят здесь вот так вот, бочком, так называемое. Им так удобно, я так понимаю. Или они не могут сидеть, как мужчины, я точно не знаю, но выглядит, конечно, забавно. 31 градус, жара неимоверная. Короче, подошла местная, сказала, что на этом пляже блогеры могут пизды получить, поэтому забазируемся. Поэтому мы уезжаем. Да. Вот смотрите, ребят, тут платная парковочка. How much? 20. 2 hours? Да. Окей. One day. Затарились ништяками для пляжа. Вот такой вот местный виски. Советую всем. Old Monk. Мы добрались до пляжной полосы. Посмотрите, какие виды. Просто Сан-Тропе. Совершенно нормально приехать в Индию, отдохнуть на пляже и просто увидеть охреневшее стадо коров, которые будут тусоваться вместе с вами на пляже. И это абсолютно нормально. И вот так вот они, смотрите, тусуются, прям лежат друг с другом. И, насколько я понял, эти вот уличные коровы, это коровы, которые стали неугодными и не приносят больше там молока. И их просто отпускают на улицу. Ничего с ними не делают, не забивают, потому что не принято, и религия не позволяет, и корова у них священное животное. Такие дела. Ребят, на самом деле, такая штуку придумали вообще. Я пока купался, охренел. А помните, как в фильме Ви была сцена, когда поп вокруг себя рисовал круг, чтобы всякая нечисть сюда не пробралась? Вот. Именно так мы сейчас сделали, потому что в Гоа постоянно тебе подходят местные жители для того, чтобы тебе что-нибудь продать, что-нибудь навязать, какие-нибудь услуги. И тут мы решили сделать такой круг, короче, написать No Money с каждой стороны, видите, 4, чтобы к нам никто не подходил больше, потому что уже задолбали, нам уже и кокос продали, и массаж, и так далее. Because you, for good luck, take this. You very, very beautiful, very great children. Good luck. Good luck. Мири
фрут будешь? Вот здесь, соответственно, у него угли, он угли добавляет сюда и даже использует кусочки разломанного кокоса. И, как вы знаете, вот делают кальян на углях Кокобрико. Вот здесь вот настоящий живой кокос, используют как угли, он на них разжигает и делает такие вот прекрасную кукурузу. В общем, ребят, сейчас девчонка шла мимо, упала, ей очень плохо, она русская. Мы с ней пообщались и, короче, договорились, что довезу сейчас ее до дома, до ее отеля. И, короче, прям вообще хреновато. Как себя чувствуешь? Она встает, ей плохо становится. Давай тебя довезу до дома. Аккуратно. Поехали. Ты помнишь, как ехать? Да, я знаю. Здесь, может, сядешь? Давай, аккуратно садись. Ты помнишь, где ты живешь, да? Да. Все, да. У меня опять все снова. Давай, давай, садись. А, стоп, подожди, ты кушала? Обычную еду. А курила кальян, да? Да, кальян. Ну да, может быть. От кальяна недостаток кислорода. Либо что-то покрепче. Может, они в кальян добавляют какую-нибудь херню? А ты с какой день здесь? Сейчас передохни, главное. Тело вообще не видно. Может, тебе потому что холодно, может, ты чуть подзамерзла, потому что прохладно. Давай ты, может, не будешь сидеть, потому что холодно. Мы тебя поднимем хотя бы стоя, постоишь, попробуешь. Пойдем лучше пешком дойдем. Нет, еще хуже. Давай довезу быстренько. Поехали? Ты точно помнишь где-то? Ничего, ничего, вставай, все, я держу. Оп, ногу перекидывай. Все, села. И держись, крепко только. Прямо до конца. Вы ему поет, по груди бейте, если поймете, что хуже становится. Да. Держишься? 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 Юки. Стоп. Ей плохо. Окей. Давай, what's up? Second. What's up? Нет, ей плохо. Стоп. She doing what's up? I don't know. I'm helping for his kiss. Who? I'm for helping. You okay? Что? You ты okay? Как? Мне очень плохо. Фу. Я, наверное, не... у меня где-то есть страховка. Медицинская, но все нормально, отеле. Давай тебя чуть-чуть умоем тебя, ладно? Лучше? Не знаю, давайте, может, пешком. Давай просто переждем, ладно? Да. I don't know. I visit this and help his. Знаешь ее? Да, не знаю. Что случилось? Я не знаю пока, но... Я вообще, честно перекурила говоря, кальян или что-то, не знаю. Как будто бы... Я исчезла. Ну, то есть, я вообще не чувствовала, как мы едем на этом самолете. Надо тебе попить много, пей воды. Давай. Большое вам спасибо. Thank you. Фу, жесть. Ну, то есть, у меня сознание... I don't know. Сознание. I don't know. I just help because transfer in hotel. У меня как будто сознание отключилось, и я не помню, как я вообще упала. Я упала с мотоцикла. Не упала ты с мотоцикла, мы тебя вовремя схватили. Я просто думал до отеля докинуть, потому что мы увидели, что ей плохо, она шла и упала. Поэтому решил помочь. Мы так с ребятами вот. У меня сознание куда-то пропадает. Спасибо. В общем, ребят, проводили пешком девчонку до отеля. Конечно, непонятно, чем она заряжена, потому что она сказала, что всего лишь заказывала кальян. Я ее начал вести на байке, ребят. Она прям отключилась в первые секунды. Она начала падать, я ее рукой вот так вот схватил. И повезло, что проходила девушка, и она тоже ее поймала. Она сказала, типа, ей плохо. Я такой, типа, окей. Получается, вот такие дела вот здесь, да, вот. Ребята, вот так вот выглядит бензин, который продается здесь. Какой-то drinking water налили, вот такую вот массу. Вот, поэтому сейчас будем ее заправлять. Как тебе в Индии? Не знаю. Что-то по тебе не скажут. Ты слишком уставший. Да. Ребят, будешь акула, красный рыба, такой он готовит гриль, бро. Королевские креветки, да? Акула, смотри, да, какая. Королевские, брат. А не королевские? Это чембо. Вот такой здесь трафик, ребят, видите? Многие выезжают просто на встречку. Движуха.
А, первые дни, конечно, дико кажется, что за херня, вот типы выезжают, что-то никуда не уступают. А потом понимаешь, что здесь, ну, здесь такие правила движения, что все примерно плюс-минус на пофиг так вот проезжают. Главное быть супер внимательным, друг друга пропускать, потому что скорости, ну, конечно, минимальные. Ребят, смотрите, как вон такая движуха. Никаких светофоров, ничего вообще просто. Вот примерно так, хлоп, выезжаешь и погнал. Мы приехали на рыбный рынок. А вечерний рыбный рынок выглядит именно вот так. Здесь всякие рыбешки, которые наловили индусы. Знаете, такие есть смешные даже рыбки, вот такие вот. Плоские. О, здесь еще вообще какие-то караси, прям вообще очень похожие. Крабики есть, смотрите, прикольные. Есть какая-то маленькая килька. Хорошие вон такие креветосики есть. Big fish. Большие вот эти крабы здесь лежат. Огромные какие-то. Я даже не знаю, что это за рыбка. Ну, это все морская рыба. Вот здесь все, смотрите, какие есть огромные. Капец. Есть большие разные креветки. На любой вкус, смотрите, есть большие, маленькие. Вообще какие-то разные сортов. Очень большой выбор. Вот, смотрите, похожая рыбка на стерлядочку. Большие лобстеры. А вот, смотрите, крабик еще живой. А, смотрите, они их связывают, короче. Они, то есть, вроде как живые крабики. То есть живые, но они связаны. Чтобы вы прям смогли самое-самое свежее привезти и приготовить. То есть, смотрите, какая интересная рыба. Вот так вот разделывают рыбу. Очень прикольно это выглядит. А котейки, смотрите, доедают то, что там падает от рыбки. Блин, вот эти коты вообще здесь, на самом деле, очень рыбное место для них. В многих заведениях можно прийти договориться, чтобы они приготовили. Сколько примерно просят? 200-300, да? За килограмм где-то 300 рублей. Угу. То есть покупаете, что хотите, просто заранее говорите, что мы придем сегодня, там столик забиваете, и они готовят, вам прикольно. Потому что там дороже, если там покупать. Поэтому можно, ребят, здесь заказать что угодно. Можно таких вот больших лобстеров, можно креветосиков разных видов. Кальмарчики, пожалуйста, и приносите в любое кафе, просите, чтобы вам это приготовили, и вам это приготовить. Это будет гораздо дешевле, чем заказывать так блюдо отдельно. О, индусские школьницы. Здорово! Ребят, смотрите, зашли на рынок, купил какую водичку интересную. Она здесь, получается, железная. А здесь она пластиковая, гнется. В общем, прикольно, такую ни разу не видел. На улице плюс 38, жара стоит нереально. А это кто, кабан? Свинка просто, да? Ребят, короче, капец, что нашел. Сейчас смотрите, какой огромный буйвол. Я даже хрен знает, что это вообще такое. Это то ли огромный бык, смотрите, какой красивый. Ну, скорее всего, это бык, ребят, самец, коровы. Блин, я застрял в песке. Дорога иногда превращается в песок, и очень-очень сложно выехать на этом Royal Enfield. Сейчас мы на одном из самых тусовочных пляжей. Это Арамболь. Здесь происходят вечеринки как днем, так и вечером. Но в основном, конечно, это вечером движуха происходит. Сейчас мы приехали сюда посмотреть, что здесь происходит. Короче, здесь происходит что-то неведомое. Здесь какие-то ребята, причем, ну, не индусы, а русских очень много и иностранцев. Они, короче, выкладывают все какие-то свои побрякухи. Сейчас посмотрим, что они вообще там продают. Какие-то разные, короче, трубки. Немножко еды есть. И много-много всего, даже разных штук. Какие-то странные, которых я не знаю, что они означают. Какие-то сладкие штучки, скорее всего, с чем-то. Тетя продает пончики прикольные, ананас, сладкие. Банан. Ананас, банан? А сколько вы живете в Гуае, если честно? Много? Я вам завидую. Блин, я тут только вот в России покушал пару дней назад. Еще пока не соскучился. Спасибо большое. А, да? Если они только с чем-то, то тогда-то точно такого там нет. Гадает кто-то на руке. Ну, короче, вот, я думаю, что это зимовщики. Ну, ребят, которые остаются здесь в Гоа зимовать, так многие делают. И они тем самым зарабатывают себе на жизнь. Не больно, да? Ощущение, это не больно. Это как понять? А боль — это не ощущение? Нет. А что такое боль? Это зашкаливает, когда красная лампочка горит. А, это когда боль, да? Это боль. Ну, одной ногой можно примерно прислониться? Надо сразу. Сразу двумя? Конечно. Иначе проткнуться нога, да? Нет, не надо вот так, как бы, пробовать. Буддисты говорят, ты не пробуй, просто бери и делай. Все, иди туда. Тебе вот, если у тебя приказ, и раз, и сделал. Ну так, ребят, конечно, островато, я вам скажу. Островато и страшновато. Страшнее твоей маски. А? Страшнее твоей маски. Ничего, как ты умеешь.
А по-другому это как? Кости – это прошлый век, истребить. Почему они улыбаются? Я не понимаю, почему здесь все улыбаются. Наверное, потому что это Гоа просто, ребята. Походы просто это, потому что это Гоа. Короче, где-то делают массаж, где-то можно стоять ногами, всякие регги, перчатки, штуки и так далее. Ну, в общем, рыночек такой интересный. Я на таком вообще впервые нахожусь. Вот такой вот он, вечерний арамболь. Круто. О, как шмалью пахнет, ребят, как же пахнет шмалью здесь, господи. Капец, как шмалью несет. Потому что здесь все курят косяки. Вам что, сейчас по голове будут бить? Мужик, ты чё? Я жду, пока вы ударите. Ты сейчас подожди, сейчас я тебе по башке дам. А мне не больно будет. Боишься? Нет, пробуй. Сейчас поснимай меня ему. Хорошая броня, не пробьет. А что у тебя это за палки? А, это крепеж. Да, да. Ну я так снимаю, что происходит. Прикольно здесь. Круто. Жарко тебе? Ну, нормально, я привык уже. Ладно, хорошего вечера. Заходи. О, приколисты. Куда вставать, вообще не поймешь. Ну, я так понимаю, у них, короче, мотики отдельно. Туда? Сюда? Ну, типа, мотиков до хрена просто, их намного больше, чем машин. Поэтому, короче, встаем в очередь. Сейчас покажу вам, как выглядит заправочка здесь. Вот такой здесь бак. Ни хрена никак не посмотришь, на самом деле, на этом Энфилде, сколько у тебя бензина. Потому что никакого датчика нету. Здесь только датчик у нас того, насколько заряжается аккумулятор. Блин, ну не посмотреть, короче, сколько бензина. Поэтому здесь только по внутренним ощущениям можно понять, сколько в него заправлять. У тебя хотя бы датчик топлива, да, есть? My friend, who are you? It is blogger, blogger for blog? No. I'm just a tourist. Ah, oh, understand, okay. Welcome to Where you from? I'm from Goa. Здесь прям при вас, короче, парнишка из Indian Oil наливает бенз, заправляет вас. Долбанный байк, вы ему отдаете денежки и езжайте. Как же удобно, когда эту штуку придумают уже в России. Вот это да. О, спасибо. Блин, индийские деньги, ребят, вообще конкретно неудобно. And for you. For you. Вот так вот выглядят постоянно индийские деньги, которые очень сложно складывать. Потому что они какие-то очень мягкие, все помятые. Я заправил, примерно, что-то около порядка 300 рупий. 300 рупий, да? И сколько это литров бензина? 71 это получается 1 литр. Ну сколько у нас получается там? Литра 4. Спасибо. Говорит, хотели тормознуть меня. Да, да, ты видел, он на тебя показал. Пальцы. Типа ты, да, останавливайся. Серьезно? Да. Ну и ладно, поехали дальше, хрен с ними. Полиция пыталась одного из наших ребят, Андрюху, остановить. Даже махнули ему, но он не увидел, либо не понял, что именно его хотят остановить. Ну и, собственно говоря, вот кстати, опять стоит полиция. А парень, который нам сдавал в аренду эти байки, сказал, если вас остановит полиция, то не останавливайтесь ни в коем случае. Если прям будут гнаться за нами, то мы остановимся. А так, я думаю, нет смысла вообще останавливаться. Тем более, ребят, обратите внимание вот на эти номера. Если номера Гоа белые, это означает, что это личный транспорт гуанских индусов. Ну, короче, это личный транспорт индусов, и они не имеют права сдавать его в аренду. Хотя здесь очень много туристов ездит именно с белыми номерами. А если же все-таки номера желтые, например, на машине или на байке, то это означает то, что, вот, например, как здесь, видите, это значит, это арендная машина, и все нормально. Смотрите, ребята, на индусских школьников, это индусская школа. Кто-то из родителей вот приезжает за детишками и забирает их домой. В белых рубашках ходят, у них форма такая, короче, серые шорты.
коричневый даже больше. У девчонок какая-то зеленое платье с белыми рубашками. Вот такая вот форма у детишек тут. У них даже обувь одинаковая. А? У них обувь одинаковая еще. А, да ладно, еще да, и обувь одинаковая. А, и носки одинаковые, охренеть. Девчонок косички, смотри, заплетены. Да, и у девчонок обувь одинаковая, носки. Ну, у не у всех девчонок заплетены косички. Или у всех? А, у всех девчонок еще косички заплетены. Причем одинаковые косички. Да, охренеть, смотрите, ребят. У всех еще заплетены косички у девчонок одинаковые. Смотрите, ребят, какой у мужика огромный. Просто цветок. Он же пальму перевозит на себе. Это очень прикольно. Очень круто. И на самом деле я здесь очень много вижу людей, которые перевозят постоянно что-то. Вот. Короче, кто-то разбил походу байк. Кажется, это случилось совершенно недавно, потому что здесь еще лежит пока фара. Походу такой же Royal Enfield, как у меня. Но он же какой-то подржавевший. Не знаю, либо он здесь долго стоит. Какой-то весь ржавый капец. Здесь у него вообще ручки нету. Просто нахрен оторвало. Мне кажется, его уже грамотные ребята разграбили или скоро его уже увезут отсюда. Но наклейка здесь, кстати, свежая. Блин, короче, ребят, пока что-то стоял, трындел, пытался залезть на байк, и снова обжегся обдолбанный глушитель. Капец, посмотрите, вот здесь вот сейчас плохо видно, но чувствую, совсем скоро здесь уже, наверное, будет какой-нибудь волдырь. Короче, Royal Enfield — это непрагматичная, непрактичная штучка. Ездите, как я, в шортах, то это, ну, капец просто. Я уже не знаю, сколько раз можно обжигаться. Вообще кайф, там смотровая есть. Кайфурики, кайфурики, смотрите, как здесь прикольно. Hello! Hello! В общем, у нас есть тут три байка, а Honda, и вот такая вот Honda. Это чей аппарат? Чей это аппарат, это ребят? Это мой аппарат. Что скажешь за него? Сейчас, подожди, давай сделаем красиво, подъеду и буду рассказывать. Давай. Итак, на обзоре у нас две Хонды. Одна... А что с моей? В целом аппарат неплох, хотя изначально внушает недоверие, потому что они здесь все с каким-то ржавыми деталями, ниточками, и кажется, того гляди, это все на дороге разъебется. Но в целом, когда ты его заводишь, оказывается, что все заебись. Самое интересное, что у них белые номера. Белые номера — это значит, мы свои местные. Если до нас кто-то доебется, мы просто позвоним нашему нигеру, и он скажет, бля, it's okay, I'm Jackson, this bike's... Мой. Да, it's my bike. It's my bike. Желтые номера — это те, кто берет в аренду, ну и вроде как мусора постоянно тормозят. Изначально напрягало в обществе. Есть багажник, куда мы складываем там бухлишко, там олдбонку, кола, там, когда идем на пляж, шлем кладем. Вот как человек закрывает его, когда он ни разу не ездил на мопеде. Вот так вот. Не закрывается нихуя. Я его как только не бил. А потом, когда мы с ним прониклись душой, оказалось очень легко. К этому байку нужен подход, ребят. Да, второй минус. Немного тяжеловато убирается подножка, потому что я езжу в основном без шлепок. Это можно понять по моим черным ногтям. Вот. И когда ты делаешь это черной, голой, обгоревшей тряпкой, она не очень легко, блядь, делается. Вот у Андрюхи полегче. А вот это постоянно застревает. Надо дать отзыв. А когда я только начал ехать, короче, там первые дни, я еду, стартую откуда-нибудь, а мне все кричат, о-о-о, типа, что, ну и что-то по-английски, по-индусски говорят. И они мне что-то орут под ноги, смотрят, точнее, пальцем тычут. Я сначала думал, что это развод такой же, как там в Самару на рыбалку куда-нибудь едешь, раньше был, когда я малой был, и ночью выбегает, кричат, что у тебя что-то под колесом, останавливаешься, и там хуй знает, что начинается. Но не останавливаюсь. И здесь то же самое. Я, короче, еду, мне все орут, пальцем тыкают, а я им говорю, ага, идите нахуй, ёпта, и еду дальше. И вот, а потом еще навстречу едет мотоцикл, начинаем бибикать, что-то крикнули мне.
Нет, я же решил обратить на это внимание, и они кричали все: стик, стик. Оказывается, стик — это они вот это вот... А, да ладно, они кричали, получается, да? Да, они мне кричали. У меня тоже, кстати, она едет с подножкой. Хотя, кстати, мотоциклы не должны ехать, когда у тебя открыта подножка. Так, в целом, байк нормальный. Полный бак наливаешь, едешь уверенно. Прет нормально. Ну что, осталось уехать красиво. Базара ноль. В закат. Бля, как это дело-то, блядь? Он так не заводится. А, два тормоза. Ну, начнем с того, что уже как неоднозначно работает. Подожди, а ты должен красиво подъехать. Давай, красиво подъеду, продолжим. Да нет, чуть-чуть, господь, делай сразу. Не надо. Сейчас зальешь. Как это делаешь? Андрей, потому что, понимаете, каждой технике нужно присваиваться, понимаешь? Она уже не любит Пашу. Итак, что это тут у нас? Байк номер два. Я за ним называю его корыто и спортмастера. Вот, потому что похоже на санки для недоразвитых, которые куплены в спортмастере за 1000 по скидке. Чего хочу начать этот обзор? Владелец этого автомобиля, мотороллера, вот, у него комната без горячей воды. С этого отдых начался, да? Когда мы пошли, он не смог обменять деньги. Потом мы сняли байк, и Андрюхе досталось корыто спортмастера. Перейдем к обзору байк. Первое, что бросается в глаза, это ощущение, что это какая-то игрушка. Кажется, что это не мопед, а что-то даже чуть-чуть спортивненькое. Более несерьезное или более что-то крутое? Вот непонятно. Белый пластик придает несерьезности, но вот этот передок смотрится слегка по-спортивному. Минималистическое. Видишь, ручка металлическая, идет без всяких кожухов. Honda, ну, да. И, ну, как будто садишь на спортивную херовину. И с чем-то сталкиваешься, ну, это вот его хуй заведет. Ну, видите, сейчас мы уже вам показаны в предыдущем видео. В целом мотоцикл говно, как говорит Андрей. Откровенно говоря. Да, откровенно говоря. Как говорит Андрей, не работает задний тормоз, поэтому он постоянно идет юзом на переднем колесе. Сами понимаете, к чему это может привести, если человек, например, как нам тут рассказывали, некоторые приезжают, кататься не умеют. И на огромной скорости на встречке вылетают. Да, здесь это сплошь и рядом. Давай поговорим о подвеске. Подвеска есть. У меня такого нету. Вот так вот я не могу. У нас на лежачих полицейских местах солёно подкидывает так, что я причемляю лобковое пространство. В целом есть можно. Превосходство в легкости. Он очень легко разворачивается. Он вообще как велосипед. Более маневренный получается. Да, вот на том, на моем хер развернешься. Брюха, хоть у него муравьи мыло и утащили вчера, в комнате с неработающей горячей водой, поэтому его жена пошла мыться к нам. Мопед, в принципе, просить можно. Хуёво заводится, но к этому надо придрочиться. Мы в России, у нас все хуёво заводится, если это не Mazda 6. 2019, блядь, она просто суперская. Mazda, блядь, хэштег I love you. Реклама. Так, и менеджеры Mazda, напишите нам срочно. Так, ну что ж, посмотрим динамику разгона этого невероятного Royal Enfield. Сейчас буду выживать на максималку и посмотрим вообще, как он валит. 350 кубов, я вам напомню. Ну что, старт. Первая до 40. Вторая до 65. Идем на третий. Трафик жесткий. Я не знаю, я не шарю, вообще не разбираюсь советский мотоцикл. Скажите мне там, Ява, сколько она там кубиков? 350, 250? Ну, вот мне, короче, почему-то кажется, что Royal Enfield, вот, который именно у меня, это прям какой-то как старый ижак, короче. Что-то вроде нашей Явы. Ребят, смотрите, как хиппи перебирается в Гоа на автобусе. О, все, походу, его скинули. Итак, ребят, ну что ж, а сейчас мы приехали к этому бабе, пойдем. Нам необходимо будет пройти по пляжу, потом вдоль вот этих вот трущоб, через торговые ряды мы пройдем. И после чего у нас будут джунгли,
будем идти по джунглям и найдем там какого-то великого знахаря, который нам поведает истину. Нам нужно идти в ту сторону, прямиком в джунгли. Здесь еще есть такое место, называемое Sweet Lake, сладкое озерко. Нам нужно через него пройти, где-то сейчас найти путь в эти джунгли. Не забудь сказать, что тут гомосяки тусуют. Да, кстати, здесь уже очень много гомосяо. Красивое место, на самом деле. Кто будет отдыхать в Индии, вот пляж Арамболь. Здесь проходите дальше через торговые ряды, и здесь находится Sweet Lake. Ну а мы держим путь сейчас туда вверх. Смотрите, там даже какие-то глаза уже нарисованы. Кстати, я себе джунгли по-другому представлял. Но здесь, кстати, интересные есть места. Например, вот смотрите, ребят, на камне высечено что-то лицо. Может быть, Шивы или еще кого-то. Привет. Hello. How are you? What is your name? Рахман. Рахман? Баба. Круто. It's working? А? It's working? Tell us story about you. How much years you live into this place? 33 years. 33 years here in jungle? Yes. Nice. Animals? Yes. Monkeys? Monkeys, snakes. Мы пообщались с бабой об особенностях жизни в лесу и пришли к выводу, что не такой уж он и отшельник, потому что ведет уж слишком социальный образ жизни. Хотя это Индия, и возможно это норма для местных отшельников. No, you can pay good, good food, no? No? Забирай, забирай. Не? Забирай, no, no. Забирай. Why? What mean I'm Baba? What fucking peace? I'm not beggar. Окей, окей, окей. Ты тут? Yes. Я понял. Окей. Okay. Это первый индус, который не просил деньги. Он особенный. Итак, ребят, не взял у меня отшельник баба деньги. Разозлился, молясь, вы сами видели. Ну ладно, что, пусть отдыхает. Ребята, подписывайтесь на этот канал. Ставьте лайки, а мы едем дальше. Если заведемся. Не заведем. Не, ладно.